Россию могут лишить права вето в ООН. Волкер со спецпредставителем США Кортом Волкером обсудили концепцию РФ о размещении миротворческой миссии на Донбассе, возможность лишения России права вето в ООН и возмещение Россией нанесенных Украине убытков. Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Корт Волкер в интервью 112 Украина. Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить, сказал он. Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку очень важно коммуницировать с Россией напрямую. Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен, убежден спецпредставитель США. Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят возможность соблюдения перемирия на Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции США и России по поводу идеи ввода миротворцев на Донбасс. По материалам сайта news.com.